наиболее проблемными вопросами. Во-первых, недостаточно финансирование предприятий легкомоментного хозяйства и транспорта. Ответственность за жизнеобеспечение системы городского хозяйства. Это наш комбинат по благоустройству, это горсвет, специализированная служба, городское лесничество, МУП управления трамваев и МУП городские машины. Здесь у нас недостаток, чтобы закрыть, так сказать, 2016 год составляет 101,8 миллионов рублей. Вот местное уважение. Первоочередные вопросы в порядке ранжирования будем направлять вот эти остатки, уже внося на первое чтение, на первое уточнение бюджета города в феврале 2016 года. Сегодня у нас соберется президиум и соберутся члены как раз группы по социально-экономическому развитию города Народного Курала. Мы пока попытаемся в постановочном вопросе определить главные задачи и как мы будем выходить из положения вот именно как раз в 2016 году в части недостаточности средств. 15 июня 2014 года Уланделским городским советом депутатов была учреждена программа развития заслонных территорий. В настоящий момент программа состоит из 53 площадок под развитие общей площадью 234 гектара. Уже снесено два дома и начато строительство двух жилых комплексов на элеваторе за торговым комплексом Саган-Марин и по улице Смолина. Фондом ведется работа по привлечению инвесторов на другие площадки. Сколько у нас таких желающих? Ну, желающие есть, да. Основные это наши ведущие строительные компании, мы со всеми ними работаем, и даже в сложившихся условиях они заинтересованы в данной деятельности. Главная районная елка и зимний городок установлен на площади Революции. Открытие районной елки намечено на 23 декабря 18:00. В планах танцевальные игровые программы для детей и молодежи, театрализованные представления, также праздничный фейерверк в течение 5 минут. Доедешь по Тахимову, там елка кривая. Поправить? Значит, надо не просто поправить, надо елка. Похоже на елку, короче. И украшения, и все остальное.